Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы напомним вам о 10 главных событиях Дома-2 в 2016 году. 30 декабря 2016 года состоялся официальный развод Ольги Бузовой и Димы Тарасова. Ольга жаловалась, что Тарасов ей почти ничего не оставил. Он забрал дорогую машину, выгнал ее из съемной квартиры. Также Дмитрию достался купленный вместе, но оформленный на его маму загородный дом стоимостью 100 миллионов рублей. 8 сентября была премьера шоу «Остров любви». На нем двум холостякам, Ване Барзикову и Саше Задойнову, предлагалось построить любовь с одной из 12 красоток. Девушкам, в свою очередь, предстояло побороться за сердце парней и выдержать серьезную конкуренцию. В финале оказались две пары – Александр Задойнов с Мариной Мексикой Черкасовой и Ваня Барзиков с Ирой Пинчук. Победу в финале и миллион рублей выиграла пара Барзикова и Пинчук. 20 октября состоялся уход с проекта Ольги Ветер. Она забрала с собой маленького сына Мишу. Глеб остался в доме 2. Он сначала заявлял, что хочет восстановить семью, но в итоге решил построить новые отношения. 18 августа Ольга Ветер стала победителем конкурса «Человек года». В финал также вышли Федор Стрелков, Марина Африкантова и Андрей Черкасов. В качестве главного приза Ольге Ветер досталась однокомнатная квартира в Новом Зеленограде. 7 декабря официально развелись Антон и Евгения Гусевы. Подписчикам их семья казалась идеальной, как, впрочем, и отношения Бузовой и Тарасова. Причина развода Гусевых до сих пор достоверно неизвестна. Антон намекал, что Феофилактова принимала ухаживание от других мужчин и что она ночевала с ними в гостиницах. Женя, в свою очередь, говорила, что делала все, чтобы сохранить брак, в отличие от Антона. Еще одна новость, которая очень интересовала зрителей Дома-2, это отношения бывших участников Антона Гусева и Виктории Романец. После того, как стало известно о том, что Антон разошелся с Евгенией Феофилактовой, почти сразу поползли слухи о его связи с Романец. Но пара долго держала это в секрете. И вот в декабре выяснилось, что Романец и Гусев снимают дом в Подмосковье и счастливо живут там вместе. 15 мая Даша Пынцарь родила сына. Это второй ребенок в семье Даши и Сергея Пынцаря. Мальчика назвали Давидом. 1 октября провалилась стройка Андрея Чуева. Весной 2016 года Андрей начал строить обещанное еще в 2015 году жилье, но в указанные сроки он не уложился. К 1 октября объект сдан не был, и в итоге стройка заморожена до весны 2017 года. Новость, которая очень широко освещалась в средствах массовой информации, это ссора Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Слухи об их расставании прогремели в июле на весь интернет. В сети появились многочисленные сплетни об изменах Омарова. Позже сама Ксения заявила, что общие друзья рассказали о туалетных изменах Курбана, и больше она с ним не готова жить. Вся эта история длилась примерно месяц и закончилась так же внезапно, как и началась. Постепенно стали появляться совместные фотографии Ксении с Курбаном, и о разводе говорить перестали. 24 октября бывшая участница Вика Берникова родила сына. Мальчика назвали Львом. Напомним, что Вика замужем за Леонидом Плащинским. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.